Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы сделаем вот такой кулон в виде каменного цветка. Начнем. Раскатываем серую полимерную глину в пласт 2,5 мм толщиной. Складываем его пополам и скалкой прокатываем еще раз, чтобы пласты хорошо слиплись между собой. При помощи формочки вырезаем круг. Скалкой по центру круга делаем вмятину. Теперь нужно ее выровнять и еще больше углубить. Для этого воспользуемся дотсом. Также сглаживаем края внешнего круга, задавая ему округлую форму. Прижимаем заготовку к лампочке. Дальнейшие действия, вплоть до запекания, будем делать уже на ней. При помощи дотса продавливаем дно внутри круга, но не до конца. Раскатываем еще один пласт серой полимерной глины той же толщины и также складываем его пополам. При помощи катера меньшего размера вырезаем еще один круг и сглаживаем его края по контуру. Другой стороной лезвия или иголочкой намечаем линии и делим круг на 8 равных частей. Инструментом текстурируем поверхность, делая насечки, после чего дотсом продавливаем серединку. Укладываем маленький круг в углубление нашей заготовки. Иголочкой продлеваем наши линии до самого конца внешнего круга. При помощи инструмента с силиконовым наконечником закругляем наши лепестки. Текстурируем поверхность внешнего круга таким же образом, что и внутренний круг. Дорабатываем лепестки, четко разделяем их и создаем округлую форму. Крошим пастель черного цвета и наносим на весь цветок при помощи кисточки. Пудрой голубого цвета тонируем внутреннюю часть цветка по выпуклым частям бороздок, а золотой пудрой – внешний круг –
также по выпуклым частям и еще внешние стороны лепестков. Берем подходящую по размеру бусину и продавливаем ей центр нашего цветка еще больше. В таком виде вместе с бусиной отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. Раскатываем пласт серой полимерной глины, вырезаем квадратик, сминаем его пополам, но не до конца. Края промазываем фимогелем. Прикладываем на место крепления и отправляем на повторное запекание. После повторного запекания продеваем чокер, смазываем клеем место, где будет бусина. Крепим бусинку. Наш каменный цветок готов. Вот такой кулон у нас сегодня получился. Вы смотрели мастер-класс от Тристании? Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои мастер-классы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков. Пока-пока.